Барак Обама во время отпуска планирует прочитать 6 книг. В список президента США вошли художественные произведения, научная литература, а также работы, написанные в жанре фантастики. По приблизительным подсчетам, на прочтение каждой книги Бараку понадобится 2,5 дня. Обама вместе с супругой Мишель и дочерьми Малией и Сашей отправился на курорт Мартас Виньярд в штате Массачусетс 7 августа. Отдых президентской семьи продлится 16 дней. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!